Привет всем, дорогие друзья, GSR1989, Instagram, Telegram в описании, подписывайтесь, заходите, ставьте лайки, на стримы приходите, все это важно, и реплеи, куда присылать, я говорю в конце видео и как, на каких условиях, поэтому давайте до конца досматриваем, лайк не жлобим, жмем, все будет хорошо. У нас FS4005, все как положено, 35 тысяч боев, 62,5% побед, турбофорсаж, ускоренная подача снарядов, калибровку прицела у танка забрали, поэтому, понятное дело, без нее. Как играть на этом танке, очень часто становится вопрос ребром. Как не играть, вот самое важное. Это не нужно, как очень многие делают, ехать изначально тупо вперед. И пытаться раздать свои 4 снаряда, уходя при этом в ангар, потому что танк огромный, его фокусят просто все. Поэтому твоя задача раздать за бой минимум 2 барабана, и это будет уже хорошо. Тогда дела пойдут наверх. Нельзя выезжать сразу и делать. Вот СТБ практически отваливается. И команда противника не поехала в сторону реки, что уже нам играет на руку. Хотя у нас Маус тоже не особо ездок в сторону реки. Убрали же кнопку «Держим позиции». Теперь сложно им объяснить, что вот отсюда уезжать не надо. Здесь нормально. Пускай едут к нам. Не знаю, на пальцах уже им не объяснишь. К сожалению или к счастью, 183-й подставляется, но, понятное дело, сбита гусля. И это обидно, когда ты пытаешься реализовать барабан. Один выстрел, сбиваешь гуслю без урона. Второй, добираешь шотного, и у тебя остается всего лишь 2 снарядика. И в итоге ни хренашеньки урона нет. Как бы что-то отстреливали, но 2070 дамага — это мало. Понятное дело, для игрока такого уровня. Гриль 15 в засвете. Главное, чтобы тебя сейчас не светанули. Поэтому вперед под Т-57 Heavy не нужно выезжать. Очень хочется, конечно, чтобы барабан быстрее загрузился. И можно было отстреливать. Все, гриль 15 уже покинул позицию. Нашего героя тоже засветили. Ускоренная подача снарядов включена. И крайний снаряд отправляется в 50Б. 1149 хп остается. 4005 это все-таки одна из самых лакомых целей в игре. Если бы не противоосколочный подбой, этот танк страдал бы вообще максимально жестко. По-моему, эту фигню с противоосколочным подбоем ввели впервые именно на ветке 4005, да? В блице. Вроде бы как-то это так работало. По крайней мере, что-то вот сейчас мне показалось, что именно так и должно было быть. 50Б не хочет до конца сдыхать. Поэтому сдает немного вперед. Вот тебе и 155-й. Броня не пробита. Поддовернул не очень вовремя. Попытки пробить под калиберным уже голдовым боеприпасом тоже не приводят ни к чему хорошему. А вот у нас есть Шеридан. И казалось бы, Шеридан приезжает, забирает фаша в корму. И вдвоем вы уже разваливаете легендарного, никому не нужного уже танка Е100. Но Е100 пробивает, Форш пробивает, Шеридан поджигают, и не получилось. Хотя план намечен был правильно и грамотно. Блин, а нафига 4005 столько снарядов? Не, ты же никогда их столько не выстрелишь. Зачем такие большие боекомплекты делать? От чего это зависит вообще? Да, совершенно непонятно. Учитывая, что большинство снарядов еще и бесплатные получаются в этой игре. На халяву. Бесплатно. Да? Это же все, как мы любим. Фош решил... Я не знаю, что он решил. Это самоубийство, это что? Вот они часто на ПТ так делают, как-то... Разворот фуры в 23 этапа. Вместо того, чтобы приехать, встать... И вот выстрелить, он что, хотел позицию сверху занять как-то? Типа Форш это какой-то увенистый танк, который так может, у которого нет уязвимости на башке. Ну, что-то странное какое-то дело было. Ты понимаешь, что чувака ты вроде бы как не забираешь с двух тычек. Ну, учитывая, как еще и альфа проходит в этой игре у нас, то с двух тычек ты не забираешь. Вот и все. А вот Е100-му... Как раз таки 2 тычки и нужно давать, чтобы забрать наш 4005. А вот по нему
Нужно давать барабан, это как минимум, ну, как повезет, с разовым уроном. 410 вроде бы средний, да, это получается 1640, может с барабана вроде как выдать этот танк, а там 1639 хп. О, как удобно получается, да, если выдаешь средний, значит, с одного барабана чувак уходит. Но у Есотова временами появляется бронирование. Мы знаем, не всегда бьется туда, куда должен биться, особенно что касается гуслей, туда там то пробивается, то не пробивается, хрен знает как вообще, немножечко он довернул, и там уже красное, где было серое, а там опа, раз и голду пришлось подрубить, и еще меньше разовый урон вылетел. Хорошо, что есть ускоренная подача снаряда сейчас, и есть еще и турбофорсаж, очень важно. Между прочим, потому что с турбофорсажем на 40.05 Есотова даже можно и покрутить немного. Жалко, не видно, какие бустеры используются в данном конкретном бою, и что такой опции у нас нет, того, чтобы можно было это посмотреть. И понеслась. Раз, 422. А вот тебе и гуселька. 420. И... прошел урон каждым снарядом, который пробил. Правильно? Беги, соска, беги. Ой, как классно. И видите, одно не пробить, и остается там 340 очков прочности. Очень страшное кино, действительно. То есть, если было бы пробитие, по-любому бы он с барабана бы забрал бы Есотова. А вот это было очень неграмотно со стороны Есо. Нельзя вот так вот жопой выезжать. Для этого есть отъехать от бортика, но почему ты, когда отъезжать, не можешь просто корпус вот так повернуть? Но это же очень мало времени на это требуется. Вот тебе и прекрасный бой на сложнейшем 40.05. Рекомендую этот танк приберечь до лучших времен. Тогда, мне кажется, он вам зайдет несколько больше, чем качать это... в числе каких-нибудь первых своих ПТСАУ. Инстаграм, Телеграм в описании, там же моя почта, на почту реплей с после боевой статистикой и указанием сервера Wargaming или Леста. До новых встреч и всем пока-пока, друзья.